Дорогие коллеги, приглашаю вас на курс «Эффективная речевая коммуникация. Профессиональной практики психолога». Почему захотела создать этот курс? По своим научным специальностям я кандидат филологических наук, доктор педагогических наук. Я смотрю на деятельность психолога прежде всего как на специалиста речевой профессии. За несколько лет взаимодействия с Ассоциацией когнитивно-поведенческой психотерапии я поняла, что, возможно, необходимо добавить что-то лингвистического для того, чтобы психолог чувствовался более уверенным в подборе тех языковых средств, которые сделают его общение искренним, подлинным, понятным, логичным. И таким образом он сможет реализовать ту самую компетенцию – говорить на языке клиента. Мы посмотрим на эффективную речевую коммуникацию с точки зрения социолингвистики, отдельных разделов языкознания – это лексика, синтаксис, морфология, стилистика. Мы обязательно с вами поговорим о речевом здоровье. Есть такой удивительный феномен. Мы подумаем о том, как расширить репертуар чтения, как добавить в нашу жизнь психолога больше художественной литературы, потому что это неисчерпаемый источник речевой практики, духовной практики. Это, безусловно, обогатит вашу профессиональную деятельность психолога. Приходите, я очень вас жду, готовлю для вас интересные материалы, кейсы, и я уверена, что мы вместе друг у друга многому научимся.